Привет, кто ты? Ты хочешь съесть мои ногти? Наступило утро, я вышла на крыльцо. Дверь открыта. Люди спят с открытыми дверями. Иногда. По крайней мере, сейчас. Очень прикольно. У нас с открытыми дверями мало кто спит. Птички. Сейчас пойдем к лошадкам. Камешки такие очень мягенькие, прикольные. Вот, клумбочка. Ой, а вот эти вот, это не в ящиках, а в ведрах. Так классно цветы посажены. Классно. Вот еще цветочки. И таких цветов даже не знаю, надо их еще пофотографировать. Очень красиво. Вот эти знаю. Я считаю, что это комнатные. А, ну может быть они и комнатные, а потом... Вот такая вот проволока у нас под травья. Шишечки. Шишечки. Гляньте, как куст подстригли. Только сейчас, говорят, очень жарко было, и я так понимаю, немножко подсох. Клёво. Тут береза, столы. Тут манеж для лошадок. Тут утром встречать рассвет. Очень прикольно. Солнышко где-то там, но солнышко такое в тучах. Не получится встретить рассвет. Но мы собирались пойти к лошадкам. Интересно, лошадки в доме спят? Но вряд ли там они гуляют везде. Сейчас пойдем поищем. Ну, как увидели, прибежали сразу. Все вы такие халюси. Халюси. Халюси такие, да? Да, вы мои халюси. Ой, как ты фыркаешь. Какие вы хорошие. Доброе утро. Вы же проснулись? Вы же проснулись, да? Ну, я не знаю, как вас выпускать. Я не смогу вас выпустить. Да, вы уже гулять хотите? Такие уже гулять хотят, да? Дети гулять хотят. Правда, тут дети почти с меня возрастом некоторые. Но все равно вы классные. Да? Да? Да, хорошие такие. Такие лошадки лечебные, которые работают в ипотерапии. Да, и мы сейчас с вами находимся в центре ипотерапии. В Польском. Такие славные лошадки. Это норвежские фьорды. Да? Красавчики. У мальчиков есть гривы, а у девочек гривы вот подстриженные, вот такие вот. Да, мальчики? У девочек только челочка, а мальчики у нас с прическами не такими стильными, но не менее красивыми, да? Вот, фьорды отличаются окраской, гривы очень сильно, ну и своим очень хорошим нравом. Да, это считается одна из самых спокойных пород. Привет, кто ты? Ты хочешь съесть мои ногти? Не надо есть мои ногти, мне страшно. Что? Иду. Надо вам вкусняшек пойти яблок купить, да? Да, вы яблоки любите? Но я не знаю, как вас открывать, поэтому я пока не буду открывать. И я не спрашивала заранее, надо было спросить. Такие красавцы. Не мистики мои. Я обалдею от их окраса. Они уже хотят. Говорят, Наташа, выпусти нас.
Наташа не уверена, можно ли выпускать или нет. Там пока что-то не дадут. Может быть, нас сначала им что-то сделать, а потом выпускать. Поэтому я бы с удовольствием отпустила. Но простите меня. Они, видите, посмотрели, что я их не пускаю. И такие головы опустили, говорят, ну-ну, мы пастись хотим, а ты вот это вот нам не даешь. Я нашла тут яблочки. Хо-хо-хо-хо-хо. Сейчас я их буду угощать. Место для костра и просто природа. Тут уголочек природы. Вот. Магда и Дарик, хозяева этого дома, создали такой оазис. Я просто обалдею от их дома, когда к ним приезжаю в гости. Но это реально для меня как сказка, как рай, как кусочек вот рая на земле. Рано и вышла из дома посидеть в таком прекрасном месте в природе, где птички чирикают как раз утром. И сейчас уже Дарик проснулся, вышел, сейчас будем выпускать собачек, господи. Это я со своими собачками будем лошадок выпускать. Да, посмотрим. Мне кажется, они, давайте подумаем, они сразу же погалопируют туда, в просторы, или нет? Вот очень интересно, как они пойдут. Чинно и благородно, или так, как дети малые. Очень интересно, как они поскачут. Но сейчас они вот уже успокоились. Сейчас я покажу. Вот они успокоились, точнее, они ушли на ту сторону, так как выходил хозяин, он с той стороны походил, то они там все перебазировались туда, да, но уже не стоят на выходе. Травы мало. Ну, так. Первые. А, выходят спокойненько такие. Чинно и благородно. Я думала, вы побежите. А вы сразу... Ой, тут паучок такой. А вы сразу же с краю. А вы даже не выходите. Вон же ж куча простора. Вы ждете, что ли, еще как... О! Превзошли все ожидания. Да, вот туда хозяин ушел, и они пошли и стали за ним. Какие они, как собачки. Как собачки. В общем-то, я в шоке. Да, я думала, они там поскачут. Ну, я дальше их не стала снимать, потому что они остались смотреть, куда пошел хозяин. Дверь у них на просторы открыта. Они могут идти себе спокойно пастись, бегать, галопировать, что угодно делать. Ну, они
Вышли, пощипали, он две вышли, да, пощипали травку и пошли обратно. То есть, ну, а учитывая, что они обычно там целый день тусят, то я так понимаю, что потом они выходят постепенно, ну, и ждать, когда они выйдут, смысла я не вижу. В общем-то, вот так вот лошадочки умеют удивлять. Ко мне собака пришла. Тюшуан, ты где тут? Вот тут, вот тут такая попа штала, вот такая мольда тут, да? Какие они классные все, такие доброжелательные. Вот это вот как моя лабрадора. Раньше здесь жили два дога, они уже очень много лет жили. Для догов это вообще, по-моему, нереально. По-моему, 11 и 14 лет было, или даже 12 и 15, когда умерли. Ну, вот они где-то в один год поуходили. Ну, наверное, тоже тяжело переживают друг дружкину утрату. Сначала ушел самый старый, да, а потом уже помоложе. Вот. И ребята все время берут собак из приюта, либо подбирают. И вот, вот это чудо подобрали такое, да? Чудо подобрали. А теперь это чудо ходит, попрошайничает со столом. Да? Да. У них еще и стол низкий, это вообще это провокация для собак. А особенно была провокация, этот хоть пониже, а для дога. Так для них вообще все на уровне коленей, знаете, вот так как миски надо ставить на уровне морды. Так вот так вот у дога вот эти вот журнальные столики, они были все вот как надо ставить для собаки миску по правилам. Для того, чтобы не портилась осаночка. Жабака, полюзия. Все, ушла собака. Получила свою порцию нежности и ушла. Класс. Вообще такая перезагрузка. Мне так нравится. Тут еще рядышком есть. Это или знакомые, или друзья, я не знаю. Очень классное местечко. Лаванда Куявская. Там именно гостиница. Мы там останавливались несколько раз до этого и приезжали в гости к Дарику. А это вот я впервые ночевала у Дарика и Магды. В этом центре. А до этого мы всегда приезжали просто в гости, а жили вот тут в 5 километрах. Ну, сюда без машины нет смысла ехать. Это сейчас я уже поехала, потому что уже пригласили их как друзей, более близких. И поэтому я поехала без машины. А так это, ну, просто быть обузой на самом деле. Если ехать без машины, мы сюда ездили на машине. Вот. И тут в 5 километрах есть гостиница, где хозяйка очень любит лаванду. И она создала лавандовое озеро. В общем, лавандовое поле, где много-много лаванды. Но сейчас уже вот собрали. Но мы тоже отдыхали где-то в августе, когда первый раз мы приехали в мае сюда. Отдыхали, тогда еще лаванда не цвела, а потом мы приехали в августе, когда уже собрали. И вот Дарик говорил, что неделю назад был праздник лаванды. Этот праздник проводят тогда, когда собирается, вот она организовывает такой, когда они собирают всю лаванду, и там вот этот праздник, посвященный урожаю. Да? У нас тоже, в принципе, есть на Украине такие праздники, ну, когда собирают, да, жнива, вот это вот, когда проходит, то я не помню, как жнива называется, или не жнива, или не помню, как в августе чаще всего вот бывает, когда отмечают сбор урожая. Да? Я так думаю, что это из давних давен идет. Видите, есть в разных народах отмечать собранный урожай, когда уже реально весь собрал. И вот она вот так вот, у нее там проводится фотосессия, пока цветет, а потом она собирает и делает там, ну и просто сушеную лаванду продает, мешочки всякие делает. Потом она делает масла, по-моему, с них делает. Ну, в общем, духи, там, духи нет, может быть, мыло, наверное. Духи, может, я оговорилась, может, путаю. Да. В общем, очень клёвая, но, к сожалению, знает только польский, английский так. Английский, как и мы. Поэтому очень прикольно общаться. На самом деле, я очень-очень люблю так общаться, когда люди не знают языка друг друга, а открыты к общению и хотят общаться, но на самом деле это бомба просто. Это вообще, я просто тащусь от этого, чем когда ты общаешься с кем-то на другом языке. Вот
реально. Вот реально для меня вот это вот, вот это напряжение мозга, понять, что человек от тебя хочет, а еще потом попробуй понять, правильно ли ты понял. Потому что иногда бывает, что ты что-то неправильно понял, ты отвечаешь не в попад, ну непонятно, кто кого понял. В общем, очень прикольно. На самом деле, по большей части понятно. Ну, иногда бывает понятно противоположно. Но если все настроены доброжелательно, то это очень клёво. И вот именно здесь, с семейством Дарека, у нас именно вот такие вот отношения. Потому что, ну, Дарек знает русский, достаточно хорошо знает русский. Но иногда все равно бывают какие-то непоразумения. И я просто балдею слушать, как он общается с женой, там вот это вот. А вот именно они. И они, знаете, не то, что там они очень экспрессивные, они очень клево общаются. Вот эта экспрессия, вот другой язык, экспрессия, вот, ну, я не знала, что настолько могут быть люди вот клевые в эмоциональном плане, вот, с такой экспрессией общаться в реальной жизни. Вот для меня это, знаете, как картинка из фильма вот про итальянцев. И всегда показывают там, как там тоже они активно вот это вот все там общаются, да, или как влюбленные, или какие-то споры. Класс, а на меня светит солнышко, и я просто балдею. Сейчас я пофоткаю сюда. Коротко о моих планах. Сегодня в 12 я еду на автобусе в Варшаву, а завтра улетаю уже обратно в Киев. Вчера мы летели Ryanair. Ryanair мы летели первый раз, и нам очень понравилось. Не понравилось, конечно, то, что постоянно везде где-то долго ждали. Как-то даже там приорити посадка даже долго ждала. Не приорити так вообще. Ну, как-то вот так вот долго. В общем, мы в самолет. Хотелось бы раньше зайти. То есть, либо же не стоять, знаете, что. Это, наверное, наши люди собирают очереди. И я как-то себе думала расслабиться в зале ожидания. Получилось так, что постоянно были очереди. Ты не успел ничего сделать, не успел еще почесать голову по сторонам посмотреть. Смотришь, уже толпа стоит, уже большая очередь, это уже в хвосте вообще. Ну, то есть как-то, ну, вот такое вот поведение наших людей. Конечно, все хотят вперед-вперед. И потом было прикольно в Будапеште, когда мы прилетели. Мягкая посадка, достаточно приятный взлет. Ну, взлет я снимала, конечно, прошлый мой полет на самолете был очень-очень. Я уже молилась, уже я уже смотрела на отсек для масок и ждала, когда они выпадут, если честно. Вот. Или думала, что мы разобьемся без них. И поэтому, конечно, немножко вот возвращаться в эти ощущения вот было так. Ну, а потом отпустила уже нормально, и, в принципе, посадка уже относительно спокойная. Я там чуть-чуть пыталась снимать, но я поняла, что мы не выдаем никаких эмоций уже интересных, поэтому снимала в облаках посадку. Именно снимала вид из иллюминатора, потому что мы ничего прикольного выдать уже. То есть играть на камеру нет, то есть я снимаю все только натурально, поэтому я не стала снимать посадку. Взлет не знаю свой сейчас, буду снимать, конечно, чуть-чуть мандражирую, но вот после такого полета как-то успокаиваешься и не волнуешься. Но лететь я буду в этот раз на Визере, поэтому посмотрим, чем будет отличаться. Да, сюда мы прилетели на Ryanair, и было прикольно то, что как мы вышли, там такое красивое, скромненькое, маленькое здание с надписью «Будапешт», а вот оно. С фоточку вам покажу. Да, хотя там видео в каких-то показывала, да, его. Вот, ну, вот, вот такое вот красиво. Мы пока сфоткались, пока видео сняли, туда-сюда. В общем-то, подходим, и мы опять в самом хвосте очереди. Хотя мы сидели в голове самолета, да. И мы выходили, и в первых рядах мы сидели, и по сути мы выходили одни из первых, мы могли быть где-то час, ну, где-то десятым в очереди, условно говоря, подойти. Мы могли при желании на паспортный контроль. Но мы, конечно, сначала Настя, которая, то есть у меня дочка Настя, и еще одна Настя с нами ехала. Вот этот ребенок, про которого я рассказывала, что дополнительно покупали. Да, все отлично у нас прошло, отлично купили билеты. Вот, и сначала Настя начала долго одеваться, собираться, и мы сидели, ждали. Ну, а люди выходили.
Потом мы вышли, потом мне надо было пофотографировать, поснимать. Настя уже готова была идти. А я же говорю, нет, я буду снимать. Ну, в общем, в итоге мы оказались в хвосте очереди и стояли почти целый час на паспортном контроле. И при том, я говорю, сейчас еще они чуть-чуть попринимают. И там было 4 окошка. И закроются, говорю, потом нам останется только 2. Ну, в общем, где-то за 10 человек перед нами реально закрываются. Ну, там прилетел другой самолет, и другие перезакрываются, чтобы перезапустить коридор для жителей ЕС. Там какой-то внутренний, по-моему. Вот. И, соответственно, направили туда. И мы еще стояли. И потом там был один мужчина, таможенник, который очень быстро отпускал, смотрел там, отпускал людей. И была женщина, которая ко всем так хорошо допрашивала. Сколько едете, зачем, деньги, покажите обратный билет, а страховку дайте. Ну, в общем-то, очень так. И я такая, сейчас нас как завернут. У меня еще чистый паспорт, вообще ничего в нем нету. Дочки пару раз в Польшу, а у Насти, другой, да, не моей дочки, у нее на Кипр она летала. Вот, это все наши отметки были. Ну, в общем-то, нормально. Ну, если они историю, наверное, как-то смотрят, проверяют, то по истории, конечно же, видно, что я уже была в Польше не раз и возвращалась домой обратно. А, вот. И мне понравилось, как она у Насти. Ну, я впервые везла чужого ребенка, я никогда не возила. И как она Настя говорит, Настя, подойди поближе. Потому что говорит, кто она тебе? Мне это так понравилось вообще. И это все на польском. Настя польский не знает. В общем, мы ей поскольку говорю, скажи, кто я тебе? Ой, ну, в общем-то. Она, Настя такая, друг семьи. А моя Настя стоит, коллежанка. Да, коллежанка — это не коллега, а подруга. Поэтому, в общем, очень так прикольно. Ну, все на позитиве. А потом выхожу, а Дарика нету. И я такая, думаю, а вдруг он уехал? Ну, может, он приехал? Он знал, что в 7 часов прилетает. Может, он приехал, подождал там полчаса 40 минут и решил, что нас там не пустили, еще что-то. Интернет, я думала, в аэропорту интернет подключится на Wi-Fi. Вот в Борисполе фри Wi-Fi без проблем. А тут какой-то логин требуется. К интернету невозможно подключиться к бесплатному. В общем, очень большая проблема оказалась. Поэтому и я стою, и не знаю, и что делать. Ну, то есть я Настя говорю, ну, сейчас будем искать. Уже 9 вечера, пока мы прошли паспортный контроль. А, ну, 8 было по их, по-нашему было 9. Ну, думаю, тоже уже начинает так сумерки. Думаю, надо искать быстро. Хоть это интернет. Куда-то выехать. Ну, потом мы когда вышли, ну, Дарик в итоге как раз появился. Ну, он, видать, выходил к машине, там ходил. Как раз появился, встретились, он нас забрал. Но когда мы выходили, то я видела, что там стоял какой-то автобус, номер 80. То я так думаю, что он куда-то бы в город нас привез, если что. То было бы еще большее приключение. Ну, а так Дарик нас забрал, и у нас был просто позитивный такой семейный ужин. Ну, я не стала снимать, я считаю это не совсем корректно, да, то есть, когда ты приезжаешь в семью, которая тебя так пригласила, и сразу, одно дело, если бы они к нам приехали, я бы поснимала, ну, спросив разрешения, но так я даже не стала спрашивать, я посчитала это некорректно, тем более, не все понимают на русском, я не могу спросить на польском, чтобы спросить у всех участников ужина. Поэтому я не стала снимать. Частично там снимала, когда могла, больше собачек там, чтобы не сильно их снимать. Ну, вы это уже видели. Вот. Так что очень классно. Здесь сейчас солнышко припекает. Я так сижу. Скоро уже надо будет идти в дом заходить, прятаться от солнышка. И птички уже утихают. Утро началось. Всем доброе утро. Гляньте, какой котенок. Кс-кс-кс-кс-кс. Гляньте, рыси. Кс-кс-кс. Второй поскакал.
Они тут были под машиной. Сидит под машиной. Это ему нравится, что он ногой бьет, или почему? Или не нравится то, что ты его чистишь? Да, лошади любят, как их чистить. Солнце. Ну, принеси, пожалуйста, очки. То есть вот это снизу шеи тоже, и вот грудной клетки, вот так. И смотри. Вот это тоже вам не чувствуется. Можно массаж для лошади делать, посмотри. О! Ну, это уже потом, когда почистим. Ага. В общем, у лошадей сегодня будет спа-релакс. После тренировки. Массажный день, да. Сделайте хороший массаж. О, кстати, после тренировки можно будет здесь, чтобы крепатуры не было. Да. Хорошо здесь, но мне пора ехать. До встречи в следующих видео. Пока-пока.